Пензенская юность удачно стартовала в чемпионате страны по баскетболу среди женских команд 2-го дивизиона Суперлиги. Дружина Дмитрия Нестеровского дважды обыграла в гостях новичка лиги пермский клуб «Парма-Кор» с общей разницей в 98 очков. Во втором поединке пензенский клуб сумел преодолеть рубеж в 100 баллов. Гости доминировали на площадке на протяжении всех 4 игровых отрезков. Финальная сирена зафиксировала крупную победу юности 107-55. Лавры самого результативного игрока встречи разделили сразу 3 баскетболистки – Ольга Сизякова, Анастасия Шахова и Дарья Архангельская. Они набрали по 17 очков. Следующие матчи наша команда проведет дома против новосибирского «Динамо». Игры пройдут 14 и 15 ноября.